Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Рутуб, там намного больше информации и видео. Ссылки на каналы будут в описании под видео под каждым роликом. Поддержите канал донатом, карта Промсвязьбанка и другие варианты поддержки традиционно будут опубликованы там же под видео. Доброго всем, дорогие мои подписчики! Поздравляю всех вас с майскими праздниками! Ну и поэтому, наверное, сегодня у меня такой небольшой, короткий, маленький ролик. Очень часто при работе возникает проблема чистки ГБЦ, особенно это касается дизелей. При их очистке не помогает ни химия, ни щетки. Кто с этим сталкивался, тот знает, как порой это сложно. Гоняешь эту мочмалу из стороны в сторону, а толку нет. Конечно, можно все это исправить керосином и тряпками, но и ты сам будешь весь в этой саже, и времени займет очень много. Вот, к примеру, ГБЦ Renault 1.5 на впуске труба на все 4 цилиндра. Раньше, чтобы очистить эту трубу, мы выбивали заглушку с обратной стороны и чистили. Чистили все той же щеткой, приваренной на электрод. Вставляешь в патрон дрели и погнал. Однако очень давно мы идем другим путем. В специальной так называемой грязной комнате мы просто-напросто выжигаем эту мочмалу огнем. Да, конечно же, порой у нас и вытяжка плохо справляется с этим дымом. Мы эту вытяжку уже 100 лет не чистили, нужно бы как бы ее почистить и обслужить. Но буквально пару десятков минут и не напрягаясь, весь этот налет выжигается без следа. Это уже другая ГБЦ, но проблема та же, и вновь мы чистим ее огнем. Вот перед вами та же ГБЦ Renault 1.5, ее труба, которую вы видели, вся в саже, а теперь эта труба практически идеально чистая. После такой очистки и щетки гребут, и без проблем химия помогает. Никакого отрицательного эффекта выпаливания огнем на ГБЦ не оказывает, поэтому смело можете выпаливать, не бойтесь. Ну а на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу, ссылки на оказание помощи в описании под видео и без аварийных вам поездок.